гениальный вот щит рекламный в Самаре, вот сейчас видел своими глазами. Огромный щит стоит на улице, нарисован мой Дадыр и Обама. И написано, а нечистым трубочистом стыд-то срам. Что это, как не возрождение политических сатир? Это ж надо придумать, это просто, это надо глубинные пласты в себе поднять, воспитанные там фельетонами, там, Набатова, там, я не знаю, и же с ними, да. Ну и вот. Напомнил, я тоже как-то еду на машине, и, знаете, вот у всех же было там спасибо деду за победу, вот белыми буквами на заднем стекле. Идет Митсубиши, джип такой черный, большой, и написано на нем, спасибо деду за Перл-Харбор. То есть японская Митсубиши вместо весовый вклад бомбежку американского флота. Гениально, то есть неистребимое чувство сатиристической, как говорится, ненависти, как классовым недостатком нашего мира. Так и чисто конкретно. До боли хохотали, когда тебе шею ломали, да? Это все в будущем, недалеком, да.